Всем привет, меня зовут Кристина. Сегодня я хочу рассказать о процессе покупки недвижимости в Италии. Для приобретения недвижимости потребуется паспорт, ИНН и банковский счет. Первый этап – это поиск недвижимости. Вы можете обратиться в агентство по недвижимости в Италии, которые будут делать поиск недвижимости под ваши критерии, под ваши потребности. Либо параллельно или самостоятельно вы можете делать поиск недвижимости на официальных итальянских сайтах, как casa.it и mobiliare.it, либо дополнительные сайты, на которых я оставлю ссылку под этим видео. После происходит просмотр данных объектов, и как только вы определились с объектом по недвижимости, следует предложение на покупку по недвижимости. Это договор, в котором указаны ваши данные, данные продавца, данные объекта, методы оплаты, сроки. Также прилагается залог на 5-10% от стоимости покупки и дается неделя, 10 дней стороне продавцу, чтобы одобрить либо отвергнуть данное предложение. После того, как предложение на покупку было одобрено, следующий процесс – это соглашение на покупку. Это договор, в котором указаны ваши намерения приобрести данную недвижимость. Указываются, опять же, ваши данные, данные продавца, данные объекта, сроки сделки, методы оплаты. В этот момент прилагается залог на 20-30% от стоимости недвижимости. Очень важная деталь. Если вдруг вы передумали приобретать данную недвижимость, вы теряете весь залог, который вы вложили до этого. Если же вдруг передумала сторона, продавец, они обязаны возместить двойную сумму, которую вы внесли до этого. Следующий, последний этап – это нотариальный акт. Это день, в котором переходит право собственности от стороны продавца к стороне покупателю. Подписываются данные договоры в офисе у нотариуса. После подписания данного договора нотариус предоставляет сертификат о приобретении данной недвижимости. Так как нотариальный акт будет проходить регистрацию, для которой потребуется 30-45 дней, после чего нотариус обязательно вам отправит копию данного акта. С сертификатом по недвижимости вы можете переоформлять все контракты на газ и свет на ваше имя, а также оформлять прописку в Италии. Что хочу добавить, для приобретения недвижимости в Италии банковский счет не обязателен, так как вы можете отправить эту сумму денег на счет нотариуса, который в момент нотариального акта сделает, выпишет чеки на имя собственника за вас. Также касательно ИНН, вы можете его получить в вашей стране проживания, в посольстве Италии, либо уже по прибытию сюда, в Италию. А касательно налогообложения я сделаю для этого отдельное видео. Если у вас есть вопросы, либо вам нужна помощь, обращайтесь в комментариях снизу, буду рада вам помочь. Всем пока!